А где мои клиенты? Клиенты, заходите, парикмахерская открыта. Захожу. Присаживайтесь вы. Там, по-моему, еще кто-то, да, был? Или нет? Или мне показалось? Нет, уже ушла. Да елки-палки. Пойдемте сюда, в кресло. Пойдемте. Но мне надо только макияж. И все? Да, потому что у меня уже укладка сделана. Ну, давайте я вам... Так. Кремом лицо. Чуть-чуть замажу. И припудрю чуть-чуть. Сейчас у нас новая итальянская пудра такая, распылитель. Это новинка. Нигде такой нету. Только в нашем салоне. Давайте еще я вам посоветую сейчас поменять цвет волос. Блонди уже не в моде. И я хочу вам сделать вас брюнет. Давайте будем брюнетом. Мне брюнет не нравится. Можно какой-то другой цвет? Ну, давайте тогда что-нибудь возьмем с розового. Давайте сделаем цвет детской неожиданности. Давайте. Давайте еще... сделаем цвет красный. А, красный. Давайте красный. Красный притягивает удачу. Давайте. Красота! Я даже не думал, что вы такая красотка. Ой, спасибо. Вот вам цветочек. Вы не подумайте, я к вам не подкатываю. Ой, я даже и не думала. Так, еще что-то? Может быть, вы хотели какую-нибудь еще процедурку? Давайте сейчас я вам еще чуть-чуть повыпрямляю волосики. Так они у меня и так прямые. Это чтобы лучше держалось. Давайте подсушим чуть-чуть. И зафиксируем лаком. Вы чувствуете, какой запах у лаков классный? Да, чувствую. Только еще неприятный. Ну ладно. Пойдемте на кассу. Я вас рассчитаю. У меня сегодня кассир отдыхает, в отпуск уехала. Отдыхает она у нас в Египте, поэтому... И сегодня я за всех отдуваюсь один. Давайте с вас я возьму недорого, всего лишь 200 с вас. А можно я завтра занесу, я забыла? Только не забудьте. Постоянным клиентам я доверяю. Ой, хорошо, до свидания. До свидосики, до свидосики. Я пока посижу, почитаю книжку. Книжку я читаю, как стать очень модным стилистом. Я забыла вам сказать, завтра я не могу денежку занести. А почему? Я же сейчас улетаю в Турцию отдыхать. А, ну давайте тогда, когда приедете, занесете. Все, окей. Чмоки-чмоки. До свидания. Чмоки-чмоки, до свидания.